Латгалии живут и работают самые активные волонтеры. Это подтвердило исследование, которое провело Министерство науки и образования накануне 5 декабря, Всемирного дня волонтера. Дагуфпилский молодежный департамент наградил молодых людей и организаций, которые активно и совершенно бескорыстно помогают людям. Мне это нравится. Это хорошее времяпровождение. Я не провожу свое время в гулянках, не уничтожаю свой организм, а... расширяя свой кругозор. Более того, это связи, это то, чем я занимаюсь сейчас, это повлияет на мое будущее. В преддверии Дня волонтера прошел конкурс рисунков «Портрет добровольца». Ребята изобразили деятельность людей, для которых доброе дело – это не просто слова. Всех участников и победителей чествовали на праздничном мероприятии. Волонтерство – это очень важно, мне кажется, особенно в наше время, потому что мало кто вообще этим занимается. Найти единомышленников и полезное, и интересное занятие стало проще. Не так давно на домашней странице молодежного департамента появился раздел, где все желающие молодые активисты и организации города могут узнать о возможностях волонтерской работы. На нашем сайте молодежного департамента jaunat.dalgopils.lv мы открыли страничку, посвященную волонтерству. То есть там собрана не только самая актуальная информация, но и также возможности волонтеров, которые, возможно, не вступали ни в одну организацию, а это ученики школ, да, которые слышали о волонтерстве и хотели бы себя попробовать, они могли бы зайти на эту страничку и увидеть, что им предлагают организации, а также городские учреждения. Спасибо всем добровольцам, которые тратят свое свободное время на благо общества. Очень радостно, что отзывчивых и активных людей становится все больше, особенно в нашем городе.